Приветствую всех участников поездки на Кипр, которая состоится 20 по 26 июня. Я организатор этой поездки Наталья Эрман. Сейчас будет небольшое короткое инфосообщение для всех участников, кто собрался вместе с компанией Skyway отдохнуть и провести замечательную неделю на острове Кипр в городе Лимассол. Друзья, все те, кто подали свои заявки, зарегистрировались, проходят, идут по конкурсу. 31 мая этого года уже будут видны все результаты, те, кто прошли по конкурсу. У нас было обязательное условие забронировать свое участие предоплатой. И те, кто пройдут по конкурсу, будут выставлены списки этих людей на главном сайте. Также вы будете оповещены на ваш email письмом. Ваши средства будут возвращены вам в течение 3 дней обратно на ваш расчетный счет. Какие изменения сейчас произошли? До 31 мая стоимость участия в поездке на остров Кипр составляет 280 евро. С 1 июня по 10 июня эта стоимость будет составлять 380 евро на человека. Поэтому все те, кто зарегистрировался, все те, кто решил с нами отправиться в это прекрасное путешествие, я очень попрошу до 31 мая сделать оплату. Теперь мы уже предоплаты не принимаем, а принимаем полную стоимость 280 евро. И если в том случае вы выигрываете в конкурс, эта сумма также возвращается вам на счет в течение 3 дней. Итак, друзья, мы будем рады встрече с вами 20 июня. Осталось не так много времени для того, чтобы подготовиться к этой великолепной, красивой поездке, совместному отдыху, встрече, тренингу с директорами компании. Это будет незабываемое путешествие для всех, для нас, незабываемый отдых. Я прошу всех тех, кто выразил свое намерение, подал свою заявку, пожалуйста, выйдите со мной на связь, подтвердите ваше участие вашей оплатой, для того, чтобы точно видеть точное количество участников, так как у нас сейчас действительно такой очень яркий момент в компании Skyway, закрывается еще один этап. Я знаю, что очень многие сейчас покупают пакеты, выкупают акции и так далее. То есть сейчас действительно очень активное время, но при всем при этом я прошу вас быть активным. И те, кто запланировал свое путешествие, свою поездку на остров Кипр, также не забывать о вашей оплате, потому что у нас обязательно момент, что мы должны видеть количество участников для того, чтобы бронировать гостиницу. И нам сейчас пошли на уступки по договору, но с 1 июня уже стоимость данной поездки изменится. На этом все. Рада была всех видеть и слышать. Очень жду от вас писем. Вся информация есть на сайте компании. Когда вы заходите в ваш личный кабинет, вы можете увидеть условия поездки на остров Кипр. И также можете связаться со мной. Все контактные данные там указаны. Это такая небольшая, скажем, инфовстреча. И это инфоматериал, который вы прослушаете для того, чтобы вы, скажем так, вышли со мной быстрее на связь, и те, кто принял решение о путешествии, изъявили об этом желание свое, для того, чтобы мы смогли с вами увидеть точное количество участников в этой поездке. Всем удачи, счастливо, до встречи, пока!